30 сентября на стадионе «Хюреш» состоялась очередная ежемесячная спартакиада среди работников культуры Кызыла. В этот раз организатором выступил Национальный музей Тувы. Организации культуры состязались в эстафете, стрельбе из лука и пневматического оружия. Во время основных мероприятий на стадионе также проходили соревнования по бычьим шахматам. Всего приняло участие 16 команд. Лучшим стрелком из лука стал сотрудник Национального музея. Среди женщин лучше стала сотрудница Кызылского колледжа искусств. В стрельбе из пневматического оружия лучшей стала сотрудница РШИ. В командном зачете первое место у коллектива ансамбля «Саяны».